что бред. Давай, проходи же. Вампираше. Смотри, какой он. Страшный. Так, что мы там, на чем закончили? А, ну да, я хотел прогуляться. Найти. Квест выполнить. Так, колышек мы там что-то поменяли, да? Угу. Да, вот всю эту дверь мы ее открыли наконец-то. Так. Тынь-тынь. Угу. Направо, налево, направо. Направо. Прямо. Давайте искать. Сюда. Good evening, doctor. Goodbye, Mr. Darby. Так, сюда, да? Все правильно сюда. Ох ты! This man stunned me with his face. Crucifix. This is not good news. Да хуёвая это новость. Нас может каждый верующий отхерачить. Просто как он слег. Ай. А, такой. Так. Дальше нам куда? Нам куда-то по прямой. Правильно иду? Да, где-то здесь вот.
quarantine. Нет, нам не сюда. Нам именно сюда. Похоже на задний двор церкви, но это не то. Вообще ни разу. Так. Так, понятно. Шестнадцатый. Да иди ты нахуй. Не могу никак расстояние подсчитать. Так. Thank you.
Блять, их там два, ты посмотри. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. У вас что-то слишком дохуя тут откуда-то взялось. Я прям вообще понять не могу, откуда они. Такой бред. Да иди нахуй. Вот откуда вы все? Сука, иди нахуй.
Да, блядь! Да ёбаная ты тварь! Обосраться. Нихай, всю толпу разхуярил. Да. Интересно, вот избавился я от них. Он сейчас пойдет со мной, нет? Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Кто ваш хуй? Это я уже далеко. А что ж поделать? Надо бы, чтобы он пошел там, постучал, поколотил. This is despicable. Yeah.
Я, честно, не знаю. Там только гипноз, а гипноз это мне... Это мне до... идти в кровать. Ты. Головная боль. Да. Мигрень. Есть. Так, а где у нас гипноз? Я не понимаю. Как вообще гипноз у меня работает? Сила гипноза. А как они повышаются? А, мне надо кого-нибудь сожрать, чтобы было? Так, это я сейчас здесь, да? А, блядь. Блин, тут, короче, мне нужен гипноз. Несмотря на то, что всех перебил, он все равно не хватит. Мой сын. Это либо мне эту пизду надо найти, чтобы он пошел со мной. Good evening, sir. It's me again. Сука. All right. Вот тварюс. Тварь, блядь. Ладно, есть еще какие-нибудь расследования? О. Священная война. Забрать Сэмюэля из... О, ладно, сходим Сэмюэля, заберем с кладбища. Зря что ли здесь зашиваюсь. Так, давайте поищем паренька. Где он там? Ёбаный. Как-то он чуть далековато забрался. Что, есть оборотни, зомби, да, вот стопудово.
Да ты бы ведьмака вообще по-хорошему нанять. Что-то мне страхово. Так. Я уже почти рядом. Блять. О-о-о. Пацаны, пацаны. Не умирай еще, так конвертики слаживают перед смертью. Такие. Так, а что это? Здесь покоится Клей Кокс. Ага. В случае чего поставим отметку. Интересное место. Да, блядь. Так, вообще, где он? А, я на месте исследования. Расследование, блядь, исследование. Да ёб тебя в рот. Да сейчас я иду, подожди.
вообще, сука, не знаю. Так. Где он там орёт? Somebody help. Это женщина. Это не то, что я ищу. Мне нужен... Чувак. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiao Shun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Хорошо. It's locked, all right. Carnage. Is Father Whittaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Ну, значит, вот этот. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. А куда здесь идти? Двери закрыты. It's locked, all right. А, что-то их там не дохуяли? Samuel no longer preaches the good word. Уходи, уходи. Ah!
Да. Да, а, я же переключил, сука. Все. Так, все, можно идти с отцом, да? Дела вести. Ну жри ты их, жри. Да, что поделать-то? Так, что, может быть, тут убежище? Ну, ты посмотри. Ух ты. Фига себе. Так, очков 350, это вообще ни о чем, ни много, ни вообще никак. Ладно. Нет, не ладно. Сейчас мне обратно к отцу. Так, что по времени. Побежали. Так, оглушение неустойчивое. По изделям у меня нет устойчивости. Это хорошо.
Угу, почти дошел. Не нахуй. Good evening. Mm-hmm. Goodbye, Mr. Darby. Good evening, what it is. Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So, are you still locked? No. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Чон? Я не могу тебе сказать, что всякие Марии деньги на все обходимся да бывают его ученики, которые говорят могилы. Так. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. I have heard enough for tonight. Goodbye. Священная война завершена. Так. Культный глаз. Он просто так не выходит, мне его надо как-то оттуда это. Средство от мигрени. А это где находится вообще? А, блядь, господи. А. Как того чела зовут? Палмер. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid.
Так, а где тот-то по помойкам там лазит? О, мы сейчас с этой не разговаривали. Ага, вот как раз. Так. А, не, она знает. Evening, точно, мы с ней не разговаривали. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Так. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible... Good evening, my... Да. Нету ни хера, да? I'd like to see... А что у тебя есть? Блядь. Ну хер его знает. Значит, мне сейчас надо отдохнуть. Да, типа день пройдет и она появится. Так, ну время все. Сейчас мы все сделаем. На этом все. Давай счастливо.